У личанцы перь есть уникальная возможность наслаждаться вкусом настоящего восточного хлеба. Такие лепешки в агрогородке Дайлиды Ивевского района пекут носители древних традиций хлебопечения – уроженцы Средней Азии. В чем же их особенность? Самое главное, в этом хлебе нет никаких химических добавок. Лепешка делается из твердых сортов пшеницы, которые привозятся из Казахстана и Ставропольского края России. Такая мука очень полезна для организма. Она содержит тиамин, который необходим для нормального протекания процессов роста и развития. А также минеральные вещества, калий, фосфор, железо и марганец. После употребления такого хлеба повышается бодрость, так как в нем есть специальная аминокислота триптофан. Тесто содержит много полезной клетчатки, в нем нет сахара. Лепешку могут есть и диабетики, и люди, склонные к полноте. Тесто для лепешек готовится вручную, после чего круглую форму помещают в тандыр, специальную керамическую печь. Хлеб печется при температуре 350 градусов. Процесс приготовления лепешек происходит ночью, чтобы с самого утра свежий хлеб был в магазинах Лиды, Березовки, Новогрудка, Иве и Воронова. К слову, хранится он до 72 часов. Ваш подарок близким – наш подарок вам. Заказывайте музыкальное поздравление на телеканале Лида ТВ в июле и участвуйте в четвертом туре рекламной игры «Удачное поздравление», правила которой очень просты. В течение месяца каждому музыкальному подарку будет присваиваться порядковый номер. Одно поздравление – один номер заказа. Математика проста. Чем больше поздравлений, тем больше шансов получить приз. Не упустите возможность оформить кухню стильно и со вкусом благодаря компании «Албика Групп». Украсить праздник. Праздничный стол изделиями из хрусталя от стеклозавода «Неман», насладиться продукцией предприятия «Лида Хлебопродукт» и всегда оставаться на связи благодаря смартфону от мастерской «Элит Сервис». Призы же третьего тура рекламной игры «Удачное поздравление» уже нашли своих обладателей. Розыгрыш состоялся 13 июля в Новогрудском районном центре культуры и народного творчества. Один приз, стеновая панель от компании «Албика Групп», так и остался в Новогрудке. Теперь он будет украшать кухню в доме Елены Минартович. Четыре остальных подарка достались личанам. Сумочку от магазина обуви «Сандаль» выиграла Гражина Михальчик, смартфон от мастерской «Элит Сервис» получила Валентина Ромейко, изделия из хрусталя от стеклозавода «Неман» уже вручены Татьяне Статкевич, а продукция предприятия «Лида Хлебопродукт» Наталье Лапко. Радость, все-таки приятно, столько участников, и выиграть из такого большого количества людей очень приятно. Обрадовались, потому что поздравлял муж, ну и как бы за счет того, что подарок очень большой, я обязательно с ними поделюсь. Пополнить ряды счастливчиков можете и вы. Заказывайте музыкальное поздравление на телеканале Лида ТВ в июле и участвуйте в розыгрыше призов четвертого тура. Он состоится 3 августа в Волковыске. Заказать музыкальное поздравление можно в пункте приема заявок, расположенном в здании гостиницы «Лида» по адресу улица Грюнвальдская, 1. Там учтут все пожелания клиента, а при необходимости помогут выбрать теплые слова для виновника торжества и песню. Дадут советы по оформлению поздравления. Сделать заявку на музыкальное поздравление можно и через интернет. Для этого нужно зайти на сайт лидского телевидения tv-lida.by, заполнить электронный бланк, указав, кого и с чем поздравляете, оставить текст поздравления, прикрепить фото виновника торжества и указать песню, которая его порадует. Оплачивается данная услуга через систему ЕРИП. По-прежнему заказ на музыкальное поздравление можно сделать и по телефону. Номера 62-00-62, 53-22-42 работают с 10 утра до 7 вечера. Правда, в этом случае придется довольствоваться только клипом. Позвонив по названным номерам, вы получаете номер заказа, который вы можете оплатить в любом отделении почты, через интернет, а также в любом отделении банка по всей Гродненской области. После оплаты данной услуги нам придет автоматическое уведомление, и ваша заявка попадает в эфир. Кстати, на почте можно не только оплатить услугу «Музыкальное поздравление», но и оформить заявку с фотографиями. Спешите сделать подарок близким и себе.